Всем привет, дорогие друзья! У нас воскресное утро, и мы приехали вместе с семьей Family Fun. Мы немножко раньше приехали. Вот, это комплекс такой, там, где много батутов, горок, всевозможных комнат, футбола и так далее. Вот мы первые приехали, еще пока никого нет. Family Fun. Посмотрите, что там внутри. Так, дорогие друзья, вот мы зашли первые. Сзади нас все была очередь, человек 20. Вот здесь вот есть такая водяная штучка, куда кидаешь жетончики, садись. И ты такие мини-моторчики вроде катаешься. Короче, по воде. Вот, здесь есть машинки. Тоже на жетончиках. Один жетончик 50 центов. Садись и по кругу, по этому импровизированному. Гоняешь, как гонщик. Здесь такие вот лазилки. Высокие. Здесь такой мини-барчик, мини-ресторанчик, там, где ты можешь купить себе покушать все, что хочешь. Пиццы, мороженое и так далее, напитки. Вот. Здесь мороженое можно взять и есть подъем на второй этаж, конечно. Вот, также на второй этаж можно здесь зайти. Вот он, Тима. А? Видео брать? Сейчас я поснимаю чуть-чуть. Есть вот такие вот авто, как они, аэрохоккеи. Аэрохоккеи. Вот она, горка известная. Такая вот хорошая горка, на которую можно залазить даже взрослым. Вот я пытаюсь залезть на нее. Можно залезть на эту горку. Короче, это такая надувная скользкая штука. Но с камерой неудобно. Вот. Вот здесь такое для детей повзрослее. Можно залазить, их цепляют на системы, и они лазят. Вот, и так же самое там есть, также есть второй этаж. Вот, это я так вкратце показал, что здесь есть. Говорит, что не страшно. Но на этой горке можно немножко обжечь руки, если прислоняться руками, когда едешь. Вот она, комната трамплинов. Смотрите, какая. Можно. О, а там кубики. А никто там не чистит, ничего. Смотри, брат, снимаешь? Давай. Это называется... Никогда не поздно быть ребенком, да? Так, сейчас Тимофей будет делать супер какую-то штуку. Давай, Тимофей. Так, дорогие друзья, мы здесь находимся вот в таком вот месте. Видите, здесь такая пушка. Пушка, сюда закладываешь шарик. Закладываешь шарик, нажимаешь на вот эту вот кнопочку. И он стреляет. Поэтому можно обстреливаться. Вон Тимофей лезет. Мы сейчас будем обстреливаться. А что у тебя пули есть? У меня пулей много. Вот они. Снаряды. А у тебя нету таких. Вот. Она работает на вот этих. Вот видите, на воздухе. Тих-тих. Вот. Поэтому можно обстреливаться. Снизу какая-то штука непонятная для сбора мячиков. Короче, это такой полигон. Мягкими шариками. Мячиками, то есть. Давай, Тимофей. Вот Тимофей пытается в меня попасть. Ой, по голове. Так, Тима меня упросил залезть на эту горку и вместе с ним ехать. Хорошо, что здесь везде можно и детям, и родителям. Поэтому мы вот залазим на эту горку, на которой можно обжечь руки, ноги и все, что хочешь. Тимофей устал? Нет. Супер. И вот мы сейчас поедем вот с вот этой сумасшедшей горки. Но я боюсь. Да, ребятки, горка страшная. Мы сейчас пойдем вот туда вот. Вот туда. Там тоже есть батуты. Здесь вот такие самые лучшие места для родителей, смотрите. Где можно просто
где можно просто посидеть, полежать, поспать. Тут горка. Сейчас мы поднимемся, и там я вам покажу маленькие комнатки, кабинки, где дети проводят свои дни рождения, праздники и так далее. Ага, вот они, кабинки, которые каждый в своем стиле. Это цирк. Это принцесса написано. Вот видите. Тик-ток есть. Вон там уже стоят стаканчики. Наверное, кто-то скоро придет. Сауберы, волшебники. Фу. О, оставили. Вот они прыгают на батутах. Рейсинг-комната. Героис. Вот я стою на втором этаже и снимаю сверху. Ребятки наши решили покататься на этих машинках. Так, Настя поехала. Ой, Тимофей погнал. Ну, такая скорость, конечно, сумасшедшая. С сумасшедшей скоростью наши гонщики преодолевают дистанцию. У Тимы вообще не машина. Тим, давай быстрей. Что-то скорости не хватает, конечно. Да, это точно. Наши смельчаки решили прокатиться на вот этой горке. Внутри были закрыты. Сказали, идите на улицу, катайтесь на улице. Вот мы пришли на улицу. Вот такой бассейн. Вот такие вот, видите? Электрические. Ребята помчали крутиться и ехать. Все, покидаем мы это замечательное место. Всем спасибо за внимание. А это был Пол. Чао-чао.